Поэты Серебряного века. Бабушка ворчит, что я много времени провожу в интернете. Но это ее вина. Ведь любовь к хорошей литературе – это у меня от нее. И от того времени, когда выступления любимых поэтов удавалось увидеть единицам. Не тот, кто на снегу примятом лежал курчавой головой, что делать, если в схватке дикой всегда... Времени, когда за книгами выстраивались очереди, и люди буквально отстаивали свое право на свежеизданный шедевр. А неизданные шедевры издавали сами. Думаю, что если бы тогда у бабушки был интернет, она бы проводила там еще больше времени, чем я.